приехал на Алтай, я родился ровно в тех же местах, где родился Шукшин. Взял пиво, там пиво плохое продают, но я его пил еще в детстве, поэтому ностальгия. Купил кружечку, мужик подходит на меня, смотрит издалека, так подходит с кружечкой, становится. Нас двое всего на весь пивбар, он говорит, с откуда будешь? Я говорю, из Москвы. Да, что-то я тебя там не видел. И вот этот юмор алтайский, он мне вот тут настолько родной и близкий. Моя бабушка говорит, Серега, женись один для смерти и наживешься. Дед, вот видите, какая реакция. Знаешь, женщина знает. Мой дед купил картуз, в зеркало посмотрелся и говорит, о, если я не красавец, то наши бабы зажрались. Мамочка моя увидела, что я курю, говорит, кури, кури, скотина, помрешь от никотина. Я дверь-то на балкон забыл закрыть, она говорит, дверь закрой, болван дурак, глупое создание, умный дверь закрой так, без напоминания. Поэтому короткие песни я очень люблю, например, я пришел к тебе с приветом, а ну забудь меня Нефетом. Я с Фетом даже не земляк, я с приветом просто так. Хорошо, короче, есть песня. Ночь, улица, фонарь, аптека. Все как у Блока в поздний час. Я встретил слово человека, потом и получил фонарь под глаз. Потом примочки делал лекарь, меня в аптеку посылал. Улица, фонарь, аптека. Откуда Блок все это знал? Ну и в кино работал каскадером, намучился страшно, про страшную каскадерскую жизнь песня. Дубль 108, я по-прежнему срываюсь с телебашни, но мне никак не удается приземлиться головой. Мне уже почти не больно. Нешикотно. Страшно, устал страшно. Нету силы дольше двинуть ни рукой, ни ногой. А режиссер кричит, мотор, он на той режиссер, но до некоторых пор в фильме главный каскадер. Нас на съемках уважают, нам ни в чем отказа нет. Ждет нас здесь обед бесплатный, гипс, зеленка и корсет. Сцена 8. Кулаки меня облили керосином. Режиссер кричит из танка. Продержись минуты три. Мне уже почти не больно, не щекотно, пахнет сильно. Трудно в фильме каскадёров. Трудно, что не говори. А режиссер кричит. А я тут, ты. Сцена 5. Я должен стукнуть по загривку носорога. Режиссер кричит из танка, продержись минуты три. Мне уже почти не больно, я кричу, сползая с рога. Стой, скотина, покури. А режиссер орет, отбой, кассе все бегут, гурьбой. А я блаженно догораю, собираюсь я домой. За деньгой пошел не сразу, сел в сторонку на бревне. Просто так пробиться в кассу не по силам даже мне. Я же должен объявить, что Восток дело тонкое, ребята. Вот. Восточные люди, я вот в горы ходили, мы на шашлык. Мальчик тянет барашка, я несу гитару. Кто-то несет шашлыки, кто-то кусты там наломал. Ну, как положено, все к шашлыку приготовили. Сумка целая, одна звенеть не будет, там все звенит. А две звенят не так, да. Много у нас этого всего. И мальчик Тофик ведет барана. Я говорю, Тофик? Тебе барашка-то не жалко? Он говорит, ничего, он перевик. Вот наш восточный барашек. Серега. Мой тезка.